как всегда в таких случаях, между элитными расколами и действием масс должен возникнуть резонанс. Элитные расколы возникают, когда элиты чувствуют, что в массах есть некоторые брожения. Массы начинают действовать, когда они чувствуют, что в элитах появился некоторый зазор, и в него можно вклиниться. Мое предположение стоит в том, что в ситуации, когда Владимир Путин поставил фактически всю страну на кон, его поражение не должно остаться приемлемым для значительной части элит, а значит, это немедленно откроет простор для той части россиян, которые, ну, очевидно, заинтересованы в смене ситуации. Нужно понимать, что одним из условий для какого-то политического действия коллективного является потенциал. Вот потенциал в России, безусловно, есть. В этом нет никаких сомнений. В России десятки миллионов людей, которые категорически, ну, которым поперек горла сложившаяся ситуация. Другое дело, что сейчас они не видят возможности это сделать. Но с потенциалом в России проблем нет.